Это балконный обзор кроссовок Adidas T-Rex 2 Boa. 5 плюсов против 3 минусов. Плюс номер один – это, конечно, комфорт. Для моей широкой лапы эти кроссовки подходят как нельзя лучше. Плюс номер два – это, конечно, цвет. В черно-серо-синем унынье эти кроссовки просто яркая звездочка, и я не мог пройти мимо. Плюс номер три – воздухопроницаемость. Каждый раз, вынимая ногу из кроссовки и заходя в душ, я замечал, что пальцы просто черные. Это означает то, что вместе с воздухом попадала внутрь пыль, и также это означает то, что здесь отличная воздухопроницаемость. Плюс номер 4. Стоит аплодировать Adidas стоя за то, что они стали писать цифры на кроссовках. Цифра номер 1, которую вы можете найти на язычке, это вес кроссовка для размера, по-моему, 41, конкретно для этой модели. У меня размер 11,5 американский, и вес кроссовка составляет 366 граммов. Я считаю, что это вес оптимальный, он подходит и для тренировок, и для соревнований. Цифры другие, которые можно найти, они находятся на межподошве, означает толщину в передней части стопы и пятки. Плюс номер 5. Это, конечно, система Boa. Я думаю, что это самая лучшая система затяжки кроссовок, которая только может существовать. Есть обычные шнурки. Шнурки болтаются и иногда развязываются. Есть система Speedlace и множество их аналогов. У Speedlace такая вот штучка тоже болтается, и надо ее куда-то там под язычок запихивать. В Boa ничего не болтается, и это единственная система, которую можно регулировать, когда кроссовок закрыт гетрой. За это я Boa обожаю и очень сильно люблю. Есть, конечно же, недостаток у Boa. Это то, что в данной модели Boa находится сверху, и если затягивать, то затягиваются верхние петли, а нижние остаются достаточно свободными, и их необходимо подтягивать. ASICS пытался как-то решить проблему, сместив Boa в серединку, вот, но Adidas сделал здесь, можно с этим легко мириться и привыкать. Конечно, были опасения, что в трейловых кроссовках я буду ударяться об камни, и эта система будет или расщелкиваться, или вообще сломается. Ничего подобного, система зарекомендовала себя великолепно, для трейловых кроссовок это прям 5 баллов, всем рекомендую. Я думаю, что система Boa также отлично подойдет для шоссейных кроссовок и особенно для триатлона, где требуется быстрая затяжка. Многие используют там резиновые шнурки, но резиновые шнурки растягиваются, и если у вас холмистая трасса, то можно легко заработать черные ногти. С системой Boa такого не произойдет. И теперь поехали по минусам. Сзади есть такая петля, она обычно слеживается, и палец сюда запихивать не очень удобно. В предыдущих моделях, например, у AX2 3, вот такая вот петля, она скошенная, и палец продевать намного удобней. Минус номер два. Несмотря на то, что кроссовок комфортный, что-то в нем не так. И на длинных дистанциях я натирал стопу вот в этих двух местах. Если потрогать изнутри, никаких особых выпуклостей я там не нашел, но, в общем, тем не менее, несколько раз я бегал, и каждый раз у меня вот на этих местах были потертости, такие, ну, едва граничащие уже с мозолями. Скорее всего, где-то здесь не очень хорошо спроектировано пришивание язычка, вот этой вот петельки и сетки, в общем, какое-то утолщение мне там натирает и на левой, и на правой ноге. Поэтому я думаю, что это системная ошибка, на которую стоит обратить внимание. И недостаток номер три. Самый жирный недостаток, о котором я подозревал при покупке кроссовка, и он проявился в полной мере. Это дырки. Дырки на подошве. Я убеждался в том, что дырки на подошве – это не очень хорошая вещь, но кроссовок меня настолько сильно очаровал, что я не выдержал и все-таки его купил. Почему в подошве не должно быть отверстий? Производители их делают для того, чтобы облегчать кроссовок, но это то место, где облегчать кроссовок точно не следует. Просвечивающая межподошва, она просто притягивает какие-то камни и острые всякие штуковины, которые начинают ее раздирать. Вот у меня на память остался с предыдущей пробежки сучок, который здесь просто застрял. Эти же дырочки, они способствуют тому, что камни и острые препятствия начинают раздирать основную подметку резиновую, и она долго не прослужит. У меня на левом и на правом кроссовке
с пробегом всего 120 км уже начала раздираться подметка как раз из-за этих отверстий. По боковой поверхности Light Strike раздирается и отходит от основной подметки. Происходит вот это вот и в передней части, и в задней. Например, в AX2 эта проблема была давно решена, и подметка, она заходит на пену. Почему этого нельзя было сделать здесь, непонятно. Видимо, тоже для облегчения. Я надеюсь, разработчики учтут те недостатки, о которых я вам рассказал, и новая модель будет радовать вас больше.